Беги, беги, беги! Давай-ка ты налево! Эй, Джош! Лови! Эй! У меня есть план. Стреляем в ответ, а потом бежим, окей? Окей. Джош! Все хорошо. Где ты? В порядке? Дэвид? Вставай. Чувак, я не знаю, где мы. У тебя рана. А? Нет, забей, это не моя кровь. А? Окей. Нам нужно срочно выбираться. И вообще, мне нужна медицинская помощь. Я понимаю. Чувак, где мы? Так. Подойди к двери и оглядись. Что ты вообще видишь? Там какой-то проход с кровью и лавка какой-то. Я очнулся буквально недавно, и все, что я успел увидеть, это стол с ножом вон там вот. Там есть нож? Везде. Да, и везде кровь, повсюду кровь. Я уж вижу. Я боюсь представить, что здесь было до нас. Да. Может, это же здесь людей пытают. И вообще, кто нас поймал? Сон, ты слышишь? Подожди. Это шаги, кажется. Тихо-тихо. Идет. Так, вы оба заткнитесь, если хотите жить. Слышите? Окей. Просто молчите, ведите себя тихо, я вас выпущу. Чувак, стой. Подожди, тихо. Что это было? Главное, что мы живы. Чувак, пошли. Черт! Какой же тут смрад, господи. Посмотри на это. Что это? Это расчлённые люди. Тут что, трупы разделывают? И инструменты тут... для разделывания людей, посмотри, точно. Ножик. Да, держи при себе, возможно, он пригодится нам, чтобы выбираться отсюда. Окей. Слушай, тебе не показалось странным этот парень? Не знаю, он просто пришел, выпустил нас. Что это было? Он, кажется, убежал по лестнице наверх. Может, за ним пойдем? А, давай. Погоди, ну, надо больше. Все... Что тут происходит, Дэвид? Все вообще не понимаю. Джош, я без понятия, но главное, что мы живы. Что это было? Это ты? Да-да, я открыл, но там ничего нету. Короче... Окей, давай по-тихому пойдем наверх. Посмотрим. Он сказал не шуметь, так что давай реально. Лучше уже прислушаемся к нему. Я не знаю, где мы, чувак. Ты помнишь что-нибудь? Я помню, как меня грели по голове. Я еще на тебя смотрел. Я вообще удивлен, что я жив. Посмотри, на мою грудь у меня прострелили. Я видел, как тебя стрельнули. Я чувствую себя ужасно. Уходим отсюда. Моя голова болит жестко, на самом деле. Так. Надеюсь, нам удастся выбраться. Стоп. Давай, тихо, не торопись. Давай аккуратно пойдем здесь. Тут заколочены окна. Сейчас. Это похож на дверь, давай я ее попробую открыть. Так. Хорошо. Аккуратно. Вроде без шума, да? Окей, давай пройдем. Куда делся этот парень? Я не знаю. Чувак, где мы? Закрывать будем или раз? Да нахрен, хотел, ладно, окей. Давай, сейчас закрою. Ну, ты сам понимаешь, нельзя привлекать внимание. Да. Слушай, я думаю, нам надо вести себя чуть потише. Потому что... Смотри, там кто-то есть. Черт. Главное, кажется... Слушай, может, тут реально живут каннибалы? Потому что я не понимаю, почему там столько изгнивших трупов. Но людей разделывали явно. И ты сам это видел. Куча приборов различных, стол, кровь. Да, все это говорит за себя само. Тихо. Что? Там кто-то стоит. Погоди.
Дик. Подожди, нам нужны вещи. Если мы собрались выбираться отсюда, ты же хочешь выбраться? Да. Стоп, нам давай. Нужно найти давай какие-то вещи. Тихо, иди сюда. Давай посмотрим ситуацию. Видишь? У костра сидят два челика. Да ты спятил, что ли? Отойди до двери. Да я думаю, тут темно, нас не видно. Пошли посмотрим наверх. Да, хорошая идея. Так, потихонечку, не привлекая внимания. Так, аккуратно. Господи. Так. Ну, окей, пошли. И что мы будем делать? У тебя есть идеи? Ну, так. Может, нам попробовать, если тут есть карниз, ну, он, подоконник. Ты может... серьезно? Да. Да ты, видимо, шутишь. Хотя у нас выбора-то и особо нету, не выходить же через парадную дверь. И... еще бы нам выйти через нее, ты че, в свою ночь? Только знаешь, если будем начинать все это делать, нужно делать очень быстро, потому что если какой-нибудь вот, дозорный патрульный зайдет туда и увидит, что камеры пустые, тихо, то... Тихо, потише говори. Извини. Так, никто вроде бы не услышал меня. Я просто на взводе, понимаешь? Я не понимаю, что происходит. Они, видимо, разговаривают, смотри. Давай, короче, смотри, не теряй время. Тихо, если... Стоп, давай изучим ситуацию. Смотри, если мы пройдем там... Тут людей я особо не вижу, так что давай попробуем аккуратно пройти по карнизу в тени, и нас не заметят. Хорошо, ты будешь первым. Окей, давай. Главное, чтобы нас не запалили. Давай стреляй. Черт, пошли. Слушай, там машина. Тихо, ты видишь машину? Да, тихо, пошли. Смотри вниз. Джош, рот на замок. Окей. Тихо. Что такое? Что? Там кто-то на кресле сидит. В другую сторону идем. Стой, да я пройду там. Да я тут пройду. Аккуратнее, прошу тебя. Давай, пошли. Надеюсь, нас не спалят вот эти вот челики. А уж я как надеюсь. Стоп. Что? Тихо. Там кто-то разговаривает. Может, нам удастся пройти? Выбора нет, нельзя сидеть так долго. Тихо, рот на замок, пошли. Аккуратно прижимаясь. Не останавливайся, нельзя стоять. У него оружие. Фух, кажется, не увидели. Надеюсь, нас не заметили. Так, давай посмотрим, как... Окей, у нас выбора-то нету, давай сюда пройдем. Чувак, смотри, там есть лестница, но мы тут не сможем спуститься. Там стоят эти два. Понятное дело. Тогда идем туда, вот к коробкам. Давай. Тихо. А вообще, знаешь, тихо. Что? Что такое? Вот. А, он спит. Смотри. Тогда давай, пока он спит, проходим побыстрее. Может быть, удастся выбраться. Это снайпер, похоже. Смотри. Ты понимаешь, нам ни в коем случае нельзя попадаться, если уж мы... Если уж мы попадем к ним в руки, то уже можем не выбраться, и там ты уже все. Ты видел, что там делают с людьми? Чувак, ну, конечно. Мы можем валяться в яме уже в следующий раз. Ну, в яме с этими отходами. С кишками этими. Фу, там такой смрад ужасный. О, стой! Тихо! Быстро! Кажется... Подожди. Так, тихо. Он кажется, нас заметил. Подожди. Тихо. Я выгляну. А нет. Я выгляну и посмотрю. Тихо. Ты уверен, что нужно ползти? Ты уверен? Нет. Я смотрю. Он пошел в обратную. В обратку. Так, давай дождемся, пока этот дозорный. Видишь, он идет. Сейчас он дойдет до конца, подойдет к нам, и когда пойдет обратно, мы за спиной у него тихо, как мышки, прошмыгнем. Все, договорились. Ждем, пока он повернется спиной, и бежим за всех сил. Тихо, он возвращается. Ну-ка. Этот спит, так что давай, у нас будет... возможность быстренько пробежать. Я думал, что за храп. Окей. Тихо. Он повернулся. Давай, тихо, аккуратно. Давай, я за тобой, давай. Тихо. Быстрее, пока он не развернулся, быстрее. Джош, быстрее. Аккуратно. Все. Что-то мы как-то тихо даже спрыгнули. Слушай, вот дом, быстрее в него. Что это? Пока нас не увидели. А, сюда. Понимаешь, что нельзя... Дверь закрою. Нельзя долго находиться на открытых местностях. Я понимаю. Давай по...
это? Что? Это нож. Мачете, кажется. Давай возьми мачете, я возьму пистолет. Ну давай, ты стреляешь получше. Так что давай. Окей. А патроны есть? Нет. Поищи в ящике, может быть, есть. Сейчас, секунду. Пока на шухере постой. Окей, окей. Хотя что ты будешь делать на шухере с пустым пистолетом? Так, мало ли. Очень странности. Вроде никого нету пока что. О, слушай. Что? Неужели нам повезло? Смотри-ка. Патроны? Ну да. Сколько магазинов? Давай-ка лучше ты убедись, что они все заряжены. Так, давай. Ну как, вроде бы 3 магазина точно есть. Так, ну-ка. Да, вроде шелестят, ну-ка. К сожалению, проверить я не смогу, палёные ли они или нет. Ну, будет возможность еще, я уверен. Окей. Думаю, этот пистолет нам еще спасет жизнь. Так что давай думать, куда идем дальше. А, давай. Пока спрячу. Ну, обратно я не хочу, потому что там, в принципе, другому. Стой, стой, охрана. Тихо. Давай проверим, что за этой дверью. Ну, выбора не остается, давай. Так, аккуратно. Главное, соблюдать тишину. Просто тихо. Тихо, тихо. Чего опять? Тихо, тихо. Стой здесь. Я его узнал. Я тоже. Это тот, кто меня... пристрелил. И меня ударил. Секунду, секунду. Что ты делаешь? Заткнись. Опа, Дэвид. Погоди. Ты придурок, Дэвид. Тихо, тихо. Обворовал, ты шутишь? Закрой дверь. Спасибо, что не убил. Погоди, обворовал, то есть ты правильно подобрал слово, ты уверен? Нет, ну смысл... Джордж, я тебя не узнаю, ты вообще... Тихо, если он проснется и узнает, что ключей у него нет, он точно что-то заподозрит. Но я точно не обворовал, я взял, понимаешь? А, позаимствовал, окей, давай, насрать, мы живем в апокалипсисе. Ты, кажется, не понимаешь, это ключи от машины. Да я? Серьезно? Ну ты вообще какой-то, я не знаю. Там стоит фургон. Тебя по голове ударили, скажи? Прям по лбу. Так, ногой, хорошо. Знаешь, между носом, знаешь, и лбом. Так, тихо, охранник идет. Сейчас смотри, он отворачивает спиной, я говорю, и мы бежим к фургону, ясно? Через окно? Но... Может, там дверь есть? Хорошо, иди смотри, я пока буду наблюдать здесь. Дэвид! Ух ты! Он ушел! Ух ты, меня испугал! Быстрее к стене, к стене, к стене! Давай! Тут свет! За фургон! Он открыт, смотри! Ай, жалко, что оружия нету. Стоп, кажется, нас везли здесь. Ну, честно говоря, мне все равно. Нужно выбраться отсюда. Стоп, давай пройдем вдоль стенки и посмотрим, что у нас есть. Хорошо, и вообще, я бы сейчас на самом деле убедился... Торич, точно ли от этого фургона ключи? А ты пока иди посмотри. Ты серьезно? Как ты? Он же заорет, как собака. Нет, я просто ставлю ключ, ну ты понял, и посмотрю, подходит он или нет. А окей. Так я... Давай. Встретимся здесь же. Давай. Черт, Дэвид, приходит же тебе на ум всякие больные мысли. Как бы не завел бы он ее. А, черт, что у нас тут есть? Вообще, как у тебя заросший сад... Вообще-то сад или что? Не понимаю. О. Пс-пс. Ты чё, да не чё ты шугаешься-то? Тише будь. Короче, я, как и говорил, я ставил ключ и все в подходе. Так что, если что, это запасной наш план. Окей. Можем спокойно взять и уехать на машине, вот только куда? Не знаю, давай посмотрим. Нам надо как-нибудь сбежать. Смотри. Во-первых, мы посмотрел, когда мы были на стене. Там колючая проволока, мы через нее не перелезем. Слушай, начался дождь. Вот же зараза. Ничего страшного, пошли. Это нам на руку, потому что в плохую погоду нас хуже видно, по идее. Да. Чувак, мы не промокнем? Да нас срать. Здесь проблемы похуже так-то. Но в принципе у нас одинаковые кожаные куртки. Так, смотри-ка, нужно как-то отвлечь, наверное, этих людей, или что вообще? Я не знаю, что мы будем делать. Так, слушай, так как начался дождь, возможно, они сейчас разойдутся. Нет? По палаткам, что ли? Ну, возможно. Ну, ты помнишь, да, мы когда выходили...
Да, они сидели. На первый этаж, они сидели прямо и, то есть... С этим это что-то делать. Окей. Ну что, давай посмотрим. Давай пошли посмотрим. Вот только не спеши, прошу тебя. Окей. Так. Давай вдоль стенки обойдем, так нас меньше видно. Лучше смотри, охранник со снайперкой еще спит. Да, так он под козырьком. Он даже не почувствует. Так, тихо. Чувак, их нету. Да ты шутишь? Ходи. Смотри. О, они оставили винтовку. Забирай ее. Это наш шанс, забирай винтовку. Пошли. Да не знаю я. Все, со мной. Не нравится мне все это, не может быть так все просто, понимаешь? Что-то здесь не так. Тихо. Ты понимаешь, что в этой палатке, возможно, они сейчас сидят? Ну, конечно, понимаю. Давай, проползем аккуратно. О, погоди, они... Там, в конце, видишь? Там они до сих пор еще. Да, им пофиг на дождь. Окей, давай. Я сейчас проползу, встану на шухере, а ты соберешь винтовку себе, понял? Хорошо, все, давай, договорились. Здесь полная обойма. Окей, пошли. Обратно. А где? Стой. Секунду. Ты ж не будешь убивать. Честно, не знаю. Это бомжи какие-то пошли отсюда. Ты уверен? Можно перерезать им горло тихонечко, и даже никто не сможет нам ничего сделать. Ты только представь, что бы они сделали с нами в той комнате. Мы ж не просто так заперты были. Отвернись. Хрен с тобой, давай. Ну ты все там. Отвернись, говорю. Смотри, на шухере стой. Крови много, но... Все, уходим отсюда, быстрее. Окей. Чувак, ты бешеный. Я бешеный? Ты видел эти трупы? Мы могли тоже валяться в этой яме, я тебе еще раз говорю. Окей, ладно. Если бы не тот странный парнишка, мы бы, может, и валялись бы уже там. Но парнишке респект. И где он? Да. И еще с нас ничего не требовал, вообще добрый. Окей, так... Что будем делать? Давай обсудим план побега. Ну, всех перестрелять нам не удастся, это уж точно. Моя одна обойма и твои три пистолета. Мачете, да что? Да мы не выберемся. Еще неизвестно, сколько их здесь. Так, давай тогда обойдем по периметру, думаю. Посмотрим каждый дом. И посмотрим, можно ли... Может, есть лаз какой-нибудь или типа того. Подожди, какой каждый дом-то? Вот, мы в этом были и в этот пришли. Тут всего два. Ну... Черт. Вот охрана на стенах, и она может нас вообще пришить сразу. То есть... Ты сможешь как-нибудь устранить охранника? Да одного да, но их же не один, еще снайпер, ты прикалываешься. Нет, с мачетой, со спины к нему подойти. Ты вообще что ли? Ну как бы это риск большой, и мне кажется, нужно брать 100% вариант какой-нибудь. Слушай, я кое-что придумал, но это совсем безбашенная идея. Это на самый случай. Смотри. Я видел ворота, да? Ну, они... и что? Смотри, давай немножечко поближе подойдем под вот это дерево. Ложись. Погоди-ка, к чему ты клонишь? И ложись, сейчас все объясню. Смотри, видишь ворота? Они, между ними есть такой пробор, так сказать. Они, то есть, не плотно закреплены. По идее, если взять грузовик и завести его, и на всей скорости врезаться в эти ворота, то просто все слетит с петель. Слушай, а мне нравится идея. Вот только умник, скажи, что делать с теми, кто будет по нам палить? Ну, например, вот те люди, которые за углом стоят, ну или даже со стены. Я поэтому и говорю, это совсем безбашенная идея. На случай, если у нас ничего не останется. На пролом, говоришь? Да. Вот ты хочешь просто взять и на пролом въехать в эти ворота? Я говорю, это на совсем крайний случай. Знаешь, а мне нравится. Давай я так и сделаю.
У нас нет больше выбора. Мы не сможем всех перебить, понимаешь? А это единственная здравая идея, которая у нас есть. И все, посмотри, то есть ключи подходят, и мы можем прямо сейчас сесть и уехать. Короче, что делаем? Окей, давай тогда так и сделаем. Только давай сначала посмотрим еще кое-что. Давай обыщем склад, может, ну это склад или что? Так, тихо-тихо-тихо, подожди, охранник, не забывай про охрану. Сейчас он пройдет, и мы резко бежим к дому, да? К дому? Да-да-да. Давай, ну что, давай. Давай, побежали. Давай. Фух, обошлось. Слушай, может быть, тогда и этого убьем? Хотя ладно, пускай спит. Да. Секунду. Мне эти парни напрягают, которые стоят и разговаривают. Они все еще разговаривают? Я их не вижу здесь. Так, я думаю, это совсем тупая идея к ним подходить. Ну, ты сам понимаешь, что если кто-то из нас стрельнет, то уже обратного пути не будет. Поэтому нужно сохранять спокойствие до последнего. Чувак! Кажется, у тебя кровь спеклась, не? Слушай, я уж как-то и подзабыл, но... Не знаю, вышла ли пуля на вылет, но... Стой, поверни спиной, подойди сюда. Сейчас, секунду. Убери пушку из рук. Ой. Чувак. Стоп. Это... Что? Стоп. Это дыра или... Стоп. Погоди, говори, что ты сюда видишь. Стой. Я не вижу крови, но я вижу дырку. Слушай, кажется, она все-таки прошла насквозь. Короче, неважно. Могу стоять на ногах, и это главное. Ты дышать глубоко можешь? Все, давай без лишних слов. Окей, не, мало ли, просто легкие повредились, там еще что-то. Да, мне плохо, я скажу тебе, мне плохо. И я не смогу здесь долго находиться. Может быть, даже я за рулем. Откинусь, понимаешь? Дорога каждая минута, идем. Окей. Стой, может, я поведу? Может быть, и ты. Давай ты сядешь сзади. Короче, нет. Ладно. Сейчас, быстрее. Ладно, ты за руль тогда, а я сзади. Может, ты тогда давай обменяемся оружием, я дам тебе пистолет? Да, ты будешь отстреливаться, хорошая идея. Держи. И патроны не забудь, патроны мне дай. А, да. Держи. Слушай, она такая увесистая. Все, отлично. Тогда что, по местам? Да, давай. Так, сейчас дверь закрою. Давай. Во. Ну что? Ты до конца понимаешь, что уже обратного пути не будет? Конечно. Давай-то сделаем это. Давай.